Добрый вечер, дорогие друзья. Мы вас чрезвычайно рады приветствовать в гостеприимных стенах новой сцены клуба Алексея Козлова. Меня зовут Кирилл Машков. Меня просили сказать несколько слов перед началом этого замечательного концерта. В силу того, что мне довелось когда-то в каком-то смысле стоять у истоков этого проекта. Дело в том, что двух главных действующих лиц так получилось, что я 8 лет назад познакомил между собой. Я приехал тогда в Таллин на фестиваль «Джаз-кар», который проходит там уже 30 лет, и делал интервью с человеком, который в то время стоял во главе Эстонского джазового союза, Эстонской джазовой федерации, и возглавлял джазовое отделение Таллинской музыкальной академии. Его зовут Як Сойер, он гитарист, и после интервью мы так неформально поболтали о том, что происходит в России в плане музыки. Я назвал среди других имен, назвал имя саксофониста Алексея Круглова, который, как мне уже тогда казалось, занимается такими прогрессивными музыкальными экспериментами. И мне казалось, ну чисто субъективно, но впоследствии выяснилось, что это достаточно и объективно, что ему нужны международные контакты, что из этого может получаться что-то интересное. Так и вышло. И как раз первым таким контактом, или одним из первых, стал его контакт с Яком Сойером, с которым они уже несколько лет записываются на разных лейблах. Их пластинки выходили на знаменитой британской фирме Leo Records, и уже и на Artbeat Music, лейбле, который принадлежит тому же проекту, которому принадлежит и клуб Алексея Козлова, проекту Artbeat. И буквально 2 года назад, весной, на очередном таллинском джаз-фестивале продюсер Artbeat Music Николай Богачук, который тоже здесь осеняет нас своим присутствием сегодня, подал музыкантам идею, что им стоит записать альбом, наметки, которые уже проскакивали в их совместных работах. Они уже играли темы из русской классической музыки в своем прочтении, в своей обработке. И Николай подал им идею, что можно сделать тематический альбом, где будет только музыка композиторов «Могучей кучки». И вот этот альбом готов, вышел, уже был представлен в Эстонии с большим успехом. И теперь мы представляем его в России. Надеюсь, что с не меньшим успехом, наверное, какие-то исключительно объективные обстоятельства помешали большему количеству людей прийти сегодня, но завтра будет еще один концерт в эстонском посольстве, и мы уверены, что там будет много людей. Пластинка вышла в каком-то смысле эзотерическая, потому что называется она по-русски «Могучая кучка», как называлось объединение российских композиторов второй половины XIX века, чьи произведения вошли как раз в эту пластинку, а по-английски она называется «The Mighty Five». Дело в том, что «Могучая кучка» на английский переводится двумя способами. Можно сказать «The Mighty Handful», и это будет точнее, но чаще в современном контексте говорят «The Mighty Five», потому что композиторов было пятеро, и вот «Могучие пятеро». Но это не была бы русская идея, если бы в альбом не вошли произведения 4 композиторов, а не 5. Музыка Цезаря Кьюи не вошла в альбом, поэтому одна из пьес носит под заголовок «Sorry, Cesar». Я надеюсь, что мы сегодня ее услышим, тем более, что это пьеса, основанная на одной из самых известных абсолютно всем мелодий из творческого наследия «Могучей кучки». Но мне остается только представить музыкантов. Это трио Яка Сойера за барабанами Танел Рубин, на басовом инструменте Михтин Налгант, Як Сойер гитара и Алексей Круглов саксофон. Дорогие друзья, и давайте приветствуем Кирилла Машкова, нашего большого друга. И действительно, благодаря ему состоялся этот проект и много других. Он делает огромнейшее дело для развития джаза и редактор Jazz.ru и единственного в России журнала о джазе с таким же названием Jazz.ru. Кирилл Машков, спасибо. Итак, мы начинаем наш концерт. И сначала мы сыграем композицию, которая, собственно, является первой на альбоме.
Это тема из первой части симфонической сюиты Николая Римского-Корсакова. Она называется «Шахерезада». Thank you.
Писали разные аранжировки с Яком, он писал аранжировки одних композиций, а других. Но, вы знаете, мы намеренно не написали авторов в альбоме, потому что, на самом деле, при совместных репетициях оказалось то, что мы их настолько видоизменили, Як изменил мои аранжировки, я его, и теперь непонятно, где чьи. Вот. Поэтому это, безусловно, такое совместное творчество и в плане аранжировки тоже. И следующая композиция, всем хорошо известная, это «Половецкая пляска» из оперы «Князь Игорь» Бородина. Thank you.
Спасибо. Спасибо большое. Следующая композиция принадлежит перу другого выдающегося и гениального композитора Модеста Мусторгского. Она называется «Старый замок». Thank you.
Спасибо огромное. Это был Мусовский из цикла «Картинки с выставки», композиция «Старый замок». Ну что ж, а теперь настало время именно той пьесы, о которой говорил Кирилл. Это посвящение Цезарю Кьюи, основанное на фрагментах или импровизационных фрагментах известного полета шмеля Римского-Корсакова. И если у вас есть диск, вы можете посмотреть. И Кьюи мы, в общем, так не обделили. Он, благодаря усилиям прекрасного, замечательного нашего любимого всеми дизайнера Александра Медведева, он поместил его прямо вот в центр буклета, и Кьюи сидит в таком шикарном халате и дает нам такое разрешение, такое, на, и хвалит нас по-эстонски, те олете тубрик, то есть, что значит «вы молодцы». Он сидит там рядом с Анной Эрн, с директором фестиваля, и рядом с Михаилом Митропольским и с Николаем Любычевым, так что в хорошей компании. Итак, посвящение Цезарю Кьюи или полет шмеля. Спасибо. Ария князя Игоря из оперы Бородина. Князь Игорь. Thank you.
Спасибо огромное. Танал Рубен, ударные. Михель Мельганс, бас-гитара. И Як Соляр. И прежде чем мы сыграем последнюю композицию нашего концерта, я хотел бы представить и выразить нашу благодарность и сказать большое спасибо нашим дорогим друзьям из эстонского посольства, в частности Дмитрию Миронову. Благодаря этим людям состоялся приезд наших друзей из Эстонии. Спасибо большое. Завтра у нас будет большой концерт в эстонском посольстве. Так что, наверное, большинство из вас на него прибудет, у кого есть пригласительные. Итак, последняя композиция, которая также принадлежит перу Модеста Мусоргского, тоже картинки с выставки «Баба Яга». Thank you.
Продолжение, кстати, нашего концерта можно слышать на радио Русской службы новостей в 23 часа, да? В 23 часа сегодня мы будем рассказывать о нашем альбоме. Сначала будет фрагмент про Сергея Манукяна, про его юбилей, а потом будет с нами. Итак, слушайте сегодня, а мы побежали на радио. Спасибо!